Это кадры яркого и зажигательного выступления коллектива «Rise Dance» на 8-м международном фестивале-конкурсе «Мир сказочных чудес», который проходил в начале января в Польше. В конкурсе принимали участие коллективы из России, Казахстана, Белоруссии, хозяева фестиваля. Наши танцоры представили Брест на достойном уровне. Результат – новые триумфы. Самое важное, что мы вывезли сейчас новичков. Основная масса была новеньких детей. То есть основной состав старше у нас сейчас не принимает. Принимал участие, а выезжали дети от 5 лет, были, которые ходят год-два буквально, и все-таки нам удалось диплом первой степени эстрадный танец получить. А это то, что предшествует успеху и победам, что всегда остается за кадром. Нелегкий, кропотливый труд на тренировках под руководством бессменного руководителя Елены Провоторовой. Интересные программы, сложные танцевальные комбинации и, конечно же, отличное настроение. В «Райзе» каждая тренировка превращается в творчество. Дети у нас имеют уникальную возможность заниматься по различным направлениям хореографии. Изучается и классический танец, и основы народного, и гимнастика, и современная хореография, и эстрадно-спортивный танец. Конечно же, это не так просто. Почему вот у нас немножко есть такое разделение: школа-студия и театр танца. Трудное сделать легким, легкое красивым, красивое привычным. Опыт, накопленный за столь долгое время существования студии, а это почти 18 лет, превратился в педагогическую систему. В копилке воспоминаний и достижений сотни ярких выступлений в самых разных жанрах и направлениях, сотни триумфов. Коллектив имеет целый архив благодарственных грамот. Грамот и дипломов. Но райзовцы говорят, что их главная награда – это признание и любовь брестского зрителя. Всегда поражало, как мы вообще стали продвигаться вот здесь, в Бресте, когда начали. Именно потому, что успех у зрителя пошел. А нас начали писать, нас начали смотреть, нам стали ходить на концерты. Но главное, я думаю, что здесь... Во-первых, вот знают все в городе, что у нас очень дружный коллектив. И у нас называется вообще «Одна семья». То есть от этого все одно другого прыгает. Сказать, что «Райз» – коллектив узнаваемый, не сказать ничего. Несомненно, студию можно назвать визитной карточкой Бреста танцевального. Школа широко известна не только в Беларуси, но и за ее пределами. Артисты постоянно выезжают за рубеж и уже посетили много стран. Франция, Бельгия, Болгария, Польша, Россия, Украина, Германия, Молдова. Тут очень веселые, подвижные ребята, с ними очень весело. Мы ездим в поездки, отдыхаем. И мне нравится именно танцы «Райз», потому что мне нравится стиль хип-хоп. Мне нравится, что тут очень много стилей, разные стили хип-хоп, народные, цыгане, Украина и даже 90-е. Многие мои друзья рассказывали много всего хорошего про «Rise Dance». Они говорили, что там очень крутые, классные педагоги, что всегда хорошие хореографии. Они ездят по многим конкурсам, много где выступают и выигрывают. И я все-таки решилась. И я не сожалею об этом, потому что сейчас я танцую, и мне это очень нравится, и я стою в первых линиях, и я очень рада этому, что я этого добилась. А в декабре 2018-го у театра танца «Rise Dance» 18-летие. По его случаю артисты уже готовят сольный подарок городу, а это значит, что брещан ждет ярчайшее выступление от ярчайших танцоров областного центра.